Праздник красоты, грации и женственности под названием «Доре Мичи» собрал 90 гимнасток из Молдовы, Украины и Румынии в возрасте от 7 до 14 лет. Начиная с 2015 года, представительницы художественной гимнастики приезжают в Кишинев, чтобы встретить весну. В пятый раз молдавская столица стала центром яркого зрелища и рождения новой плеяды звезд художественной гимнастики. В 7 часов отечественные и зарубежные художницы на кишиневском ковре демонстрировали свое мастерство и боролись за медали в упражнениях с мячом, булавами, лентой и обручем. Некоторые гимнастки впервые показали свои программы в этих видах. Все девочки были разделены на 5 возрастных групп. Медали были разыграны в индивидуальном первенстве. 7 золотых наград завоевали представительницы Украины. 6 первых мест заняли молдавские гимнастки, а 2 медали высшей пробы достались художницам из Румынии. Я очень довольна, я заняла 3-е место. Этот чемпионат очень интересный, мы каждый год ждем его. У меня очень хорошее впечатление, в нем было очень удобно и комфортно выступать. Был хороший ковер и был большой зал. Было интересно, девочки хорошо выступали, почти все сделали. Мне очень понравились соревнования, там было очень много девочек, они приезжали из Одессы, из Кривого Рога. Все принимавшие участие в соревнованиях вложили большие усилия, труды, чтобы это соревнование состоялось. Это родители, наш родительский комитет, мамы, папы, бабушки, все принимали участие, ни один человек не остался равнодушным, поэтому мы, конечно, счастливы. Благодарим очень администрацию лицея «Heritage», которая нам разрешила, позволила провести соревнования в чудесном зале, который шикарно оборудован. Дети просто счастливы, приезжие даже шокированы условиями, в которых состоялся чемпионат. Все победители и призеры детско-юношеского чемпионата получили медали, кубки и дипломы. Следующий турнир по художественной гимнастике школа Олимпийского резерва «Олимпия» проведет осенью в День города.